Методы профилактики стресса. Упражнения для концентрации. Для того, чтобы преодолеть стрессовую ситуацию, в данном случае следует научиться концентрировать свое внимание при помощи профессионально разработанных упражнений, которые следует выполнять на протяжении дня или же перед сном. Для занятий следует соблюдать следующие критерии. Уединиться, удобно сесть на твердую поверхность без опоры, руки положить на колени и глаза закрыть, дышать спокойно через нос. Упражнения для концентрации внимания можно выполнять в двух вариациях, наиболее подходящую из которых можно определить для себя на практике. Концентрация на счете. Сосредоточиться необходимо на медленном счете от 1 до 10. При рассеивании мысли упражнение нужно начинать сначала. Счет повторять необходимо на протяжении некоторого периода времени до наступления умственного расслабления, обычно достаточно нескольких минут. Или же концентрация на слове. Концентрироваться следует на слове, вызывающем положительные эмоции, имя любимого человека или же строчка из песни или стихотворения. Слово должно восприниматься в качестве талисмана или персонального лозунга. При помощи данной методики можно добиться релаксации мозговой деятельности, что в дальнейшем позволит сосредоточиться на всех значимых деталях повседневной жизни, предотвращая возникновение стрессовых ситуаций. Музыкотерапия. Включить успокаивающую музыку, ту, которая нравится. Слушать нужно внимательно, полностью концентрируясь на ней. Концентрация на чем-либо одном называется локальной концентрацией. Она способствует полной релаксации, вызывает положительные эмоции. Общение. Обратиться к любому постороннему человеку, находящемуся рядом, и поговорить с ним на любую тему, не касающуюся стрессовой ситуации. Такой маневр является отвлекающим. Он переключает сознание на совершенно иные события и вытесняет эмоции и мысли, связанные со стрессом. Нюхайте лимоны. Доказано, что аромат лимона снижает уровень стресса, тревоги и успокаивает разум. Вдыхайте его аромат в течение 30 секунд, а затем 30 секунд отдыха. И так на протяжении 15 минут. На этом все. Спасибо за внимание.